Объективная история России существует в головах народа и в сердцах народа и может существовать на страницах учебника, потому что мы представляем собой единое общество. Другое дело, что люди, которые являются врагами нашего общества и хотят навязать нам саморазрушительные нормы, они никогда не смирятся с единым учебником, который будет отражать нашу историческую память и наш национальный общественный интерес. Учебник истории должен быть один по очень простой причине. В школе есть только два значимых, общественно значимых предмета. Начальная военная подготовка учит, как стрелять, и история учит, в кого. Если у нас будет много учебников истории, мы будем стрелять друг в друга.